привет. В общем, приехала на рыбалку, освободился, немного времени получилось у нас вечером. Приехал сам, приехал на окуня погонять полосатого. Вечер, 5 часов, скоро солнце сядет, я думаю, часика 2 у меня есть половить. То же самое озеро, окунь буду, если поймаю, буду забирать полностью всего, потому что его здесь много, я уже говорил неоднократно это. Ловить буду на тот же самый силикон. Если увижу хорошие стаи, возможно, попробую на поппер. Или на мели, или где-то, где он будет у поверхности. А так я сейчас буду смотреть, то ли он у берегу, то ли он ближе к центру, то ли он на глубине. То есть неизвестно. Сейчас буду пробовать. Лодку я уже накачал. Лодка отца, то есть, чтобы побыстрее все. Спиннинг тот же, все тот же. В принципе, по типу отводного поводка, карлинская оснастка. Как-то так буду выплывать, потому что времени у нас мало. Подписывайтесь на канал уже, потому что что-то вообще никак без сдвига ведет. В общем, приятного вам просмотра и погнали мы. Так, далеко я сразу отплывать не буду, попробую здесь и здесь. Якорь тоже бросать не буду. Я думаю, меня... Значит, по оснастке. Кому что непонятно, у меня есть видео там раньше, как я рыбачил. Там, в принципе, я более... скажем так, подробнее можно что-то увидеть. Значит, грузик у меня 12 грамм, потом крючки у меня Фанатик микроджик 4 номер, и выловлю я на боксер 2-дюймовый, 2 дюйма вот такого окраса, вот такой и вот такой. Буду пробовать на вот этот. Значит, сам поводок у меня стоит, это фюликарбон, но правда он у меня стоит, что-то я не нашел, ну как не нашел, дома не нашел, в магазине то оно было. На слона у меня стоит, у меня 0,39, то есть пускай будет так. Я думаю, окунь не будет сильно возражать. Зато при зацепах, наверное, я все-таки буду разгибать крючки, а не отрывать. Ну, посмотрим, это все как бы неизвестно. Все, будем делать первые забросы и пробовать. Глубина здесь, конечно, большая. Посмотрим, как он будет реагировать, этот окунь. Местами есть зацепы. Но я уже примерно догадываюсь, где они должны быть. Ну, конечно, трава пошла. Что же это? Это минус. Ну, возможно, будем стараться где-то, исходя из того, что под берегами трава, оттягиваться ближе к глубине. А где он стоит, окунь, это неизвестно. Да, трава. Поэтому не особо удастся нам хорошо порыбачить. Друзья, первый окунь. Здесь мы кинем якорь. Я его сейчас по-быстрому размотаю. Было, получается, много ударов. Ну как много? Удары были. Сейчас попробуем мы здесь приостановиться, побросать. Груз-то не тяжелый, но я думаю, нас немного выдержит. И нету. Вот взял возле самого этого и ушел. В самом верху. Ничего. Это уже хорошо, что он здесь не один. На поппер, я думаю, вряд ли, потому что он все-таки он держится около дна. Вот был удар. Вот. Блин, был. Вот снова. Снова был удар.
Были, вот, прогнался. Немного еще. Вот, был, бьет. Вот, был. Ну, мелкие такие тычки. Вот, вот, сидит. Токунь какой-то, а? Ну вот он как-то не резво. Что-то я в спешке взял не те крючки. Надо было взять крючки с тем, чтобы силикон не слетал. Там такие зазубрины. Вот с ними надо было брать. Ты пусто что-то. Вот был ударник. Опа! Есть. Есть еще один. Вот был удар. Есть. Сидит. Ушел. Пускай плывет. Вот так. Возле самой лодки. Под лодкой, скажем так, взял. Вот он идет, если он уже раз увидел приманку, он старается ее проводить. Вот хорошее место, я стоял без лодки, правда, с той стороны. Вот сюда бросал, здесь неплохое место. А сейчас они вот где-то вот здесь и скопились. Вот, сел все-таки. Все-таки попался. Плохо лодку крутит. Ну ничего, вот был удар. Вот и сидит, сидел. При забросе был. При падении сразочку моментально он взял. Вот сидит, сидит. Он добирал несколько раз. Вот и неплохой уже окунь. Вот что-то бьет. Вот, вот, все-таки сел. Бил, бил, но все-таки сел. Прям в лодке выпрыгнул. Был удар. Еще один. Вот, есть. Сел. Вот он не особо так активно. Но он бьет, да. Если уже нашел, он его добивает. Но снова. Вот удары. Вот сошел.
Вот. Отсел. Вот, получается, стояла около дамбы и поймала вот такого вот окуня. Он какой-то весь стоит, наверное, около металла какого-то. Вот желтый прям. От ржи, наверное. Но здесь нету ветра. Вот здесь более четко видно поклевки. Но здесь-то не так сильно оно уже и клевало. Вот все-таки еще удалось поймать одного. Вообще очень слабо. Вот ветер утих. И куда-то окунь ушел. Или просто уже вечер, и он как-то на покой. Вот еще один все-таки. Все-таки еще один решился. Уа. Сел прям в этом. Я даже не увидел как. Сверху пошел. Я уже просто я поднимал даже. Я аж удивился. Да. Опа, взял вот возле. От блин, и ушел. В самой поверхности идет до этого. Поднимается до самого верха. Друзья, ну в общем, вот такая вот у нас получилась рыбалка. В общем, я рыбачил чуть больше 2 часов. Удовольствие я свое получил. Я ехал не за рыбой, а ехал действительно на рыбалку. То есть было приятно. Да, погода была ужасная, ветер. Сейчас немного успокоилось, ну и клёв успокоился. А вот когда немного еще поклевывало, был сильный ветер, вы увидели, то есть... Довольно таки при ветре, при таком вот поклевке плохо видно, да. Но тем не менее были моменты, когда вот были четкие удары, красиво все получалось. Некоторые подсекались, некоторые нет, но это же уже такое, это рыбалка. В общем, рыба поймана. Вот столько я сегодня поймал рыбки. Это окунь. Кстати, и окунь, да, действительно, вот под осень окунь уже покрупнее, потому что мы ловили весной, он гораздо меньше. Это уже покрупнее окунь. Окуня много. Зимой здесь, наверное, будет по первому льду вообще прекрасно рыбачить, то есть на блесна. Ну вот, хочется попробовать сюда приехать. Ну, посмотрим еще, будет ли первый лед и вообще, что будет за зима. Как-то так, отрыбачился неплохо. Приеду я сюда, наверное, все-таки не скоро, потому что много мест других, где можно порыбачить. Хочется попробовать половить судочка, щучка осенью и тому подобное. Еще хотим выехать попробовать на леща. Не знаю, получится, времени-то много нету. Но тем не менее будем пытаться как-то выскочить. Может, немного поменяем места. Ну, на эти будем приезжать, ну и немного все-таки поменяем. Как-то так прошла наша рыбалка. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, пишите комментарии, задавайте вопросы, я с радостью буду отвечать. В общем, до новых встреч.